Калиновское отделение общей врачебной практики открыто для пациентов. Здание построено в прошлом году на средства бюджета Ивановского района. Здесь располагается администрация поселения, МФЦ, а теперь еще и медицинский пункт. Он является структурным подразделением 7-й городской больницы. В отделении ведутся два терапевтических приема, работает педиатр, стоматолог. Есть дневной стационар для пациентов, которые не нуждаются в круглосуточном наблюдении, и физиотерапевтическое отделение. Мы вплотную работаем с населением. Это было их пожелание – приблизить к ним качественную помощь. Очень пользовалась спросом стоматологическая помощь, поэтому мы и создали здесь стоматологический кабинет и, соответственно, оснастили его. За помощью отдельных специалистов все же придется ехать в город, но попасть на прием пациенту будет проще. Логистику за него уже выстроят. Когда пациент приходит, ему требуется, к примеру, УЗИ, он уже не бегает по городу, сам решая проблему, как он сделает УЗИ, а ему он здесь выйдет от врача с готовым талоном, пойдет на конкретное время и сделает это. То есть вот принцип бережливости в этом, что мы за пациента всю логистику выстраиваем, собственно говоря, выполняя свою работу. Отделение общей врачебной практики будет обслуживать 28 деревень Ивановского района. В зоне ответственности 5000 человек. Более 1000 из них – маленькие пациенты. Это офис терапевта и педиатра. Видите, он прекрасный ремонт сделан. Мы надеемся, что люди почувствуют на себе улучшение качества услуг здравоохранения. Это самое главное. Мы сейчас как раз обсуждаем. Фактически это что-то среднее между ФАПом и поликлиникой, но это важное звено в здравоохранении. Мы сейчас как раз планируем, где еще мы такие звенья будем достраивать у нас в Ивановской области. На примере в том числе вот этого офиса, где мы сегодня находимся. Отдельного внимания, безусловно, заслуживает ремонт. Учреждение не вызывает негативных эмоций, связанных с потрепанными больничными кабинетами. Не забыли и о детях, и о маломобильных гражданах. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.